Итак, коктейль Кубиночка. Это твист на коктейль Зеленый мексиканец. Что такое твист? Любые бармены экспериментируют, создают какие-то свои коктейли. Для этого берут классический коктейль, меняют там несколько ингредиентов и получают твист на какой-то из коктейлей. В данном случае Кубиночка, твист на Зеленый мексиканец. Нам нужен шот-рюмочка, 60 грамм. Первый ингредиент — это крем де кассис, черная смородина, ликер черной смородины, лимонный фреш и черный ром. Черный ром у нас фирма Бакарди Карта Негра. Потрясающий черный с разными ароматами преобладающими. Берем черную смородину, наливаем 20 грамм в рюмочку. 20 грамм — это 1/3 рюмки. Берем барную ложку. Открываем лимонный фреш. Вставляем барную ложечку в стакан, так чтобы пяточка была сверху на слое. Лимонный фреш преподносим к барной ложке. Прижимаем горлышком к ложечке и слоим не спеша лимонный фреш, так чтобы пяточка была сверху на слое. Вот у нас получается. Ингредиенты не смешиваются, потому что мы не спешим. 15-20 грамм. Любите кислее — 15, любите послаще — 20. Вынимаем ложку, закручиваем лимонный фреш и открываем ром. Черный ром Бакарди. Барную ложку опускаем сверху на лимонный фреш. Прижимаем горлышко с бутылкой рома и переливаем 20 грамм сверху на лимонный фреш. Наслаиваем не спеша. Метод приготовления называется лейдинг. Смешивание. Метод билд. Итак, у нас трехслойный коктейль. Кубиночка, черная смородина, лимонный фреш, ром. Пьется так же, как и Зеленый мексиканец, залпом до дна с протяжечкой. Сначала вы будете ощущать крепость рома, после — кислоту лимонного фреша, ну и палитра черной смородины будет послевкусием в этом коктейле. Ну и, конечно же, теплота. Приятного!